Слава Украине, героям слава, приветствуем от Полонского. Но, как говорится, для Путина беда пришла, откуда не ждали и откуда он совершенно не ожидал. Только что официальные лица в Сербии заявили, что ни в коем случае не примут участие и вообще не примут ни в каком виде результаты цирка Шапито, которым де-факто является вот этот вот дуркарендум или референдум или шмаровендум, или я вообще не знаю, как его там можно назвать. Цирк Шапито, одним словом, который они устроили на временно оккупированных Русней территориях, где они проводят вот это, для которого нет даже слов. То есть даже Сербия вот этого признавать не будет. Ранее об этом сказала Турция. У них были какие-то надежды на Турцию, на то, что Эрдоган, может быть, примет результаты смехорендума. Эрдоган сказал ни в коем случае. А вот теперь официальные лица в Сербии заявили абсолютно то же самое. Сербия не признает его. Он является несправедливым, он является незаконным, он является вообще, знаете, каким-то не от мира сего этот смехорендум. И я бы сказал так, что в принципе Путин, если хочет он, чтобы кто-то признал, вот это действие, которым он называет референдум, мне кажется, что он мог бы найти какую-нибудь цирковую труппу, так как, учитывая особенно особенности смехорендума или дуркорендума о том, что это действие не только является глупостью, но также еще и в нем участвуют просто люди маскарадного типа. Вспомним вот люди, которые в костюмах героев 17-18 веков принимают участие в этом всем. То есть явно подставные какие-то шуты, гороховые аниматоры и так далее. То есть, в принципе, единственное, что можно посоветовать Путину, чтобы он попросил, например, признать этот так называемый референдум, ну, я не знаю, спилку аниматоров, например, да, аниматоров, или любителей сказок. Вот это тут эти, наверное, признают, потому что это как раз им по профилю, и это как раз по духу и то, что они делают. Или, например, чтобы признали 12 или там 15 серии «Ну, погоди». Вот «Ну, погоди» — это самое про ваш этот референдум. Слава Украине!